Надеюсь, вы меня еще помните, но я извиняюсь за такое долгое отсутствие, никак не могу взять себя в руки и снять новое видео. А тот семестр, который был посвящен тайм-менеджменту, видимо, я как-то пытаюсь воскресить свои памяти, поэтому я постараюсь вот войти в прежний режим. Вот это видео будет посвящено об системе питания в Дубае, получается, при отеле. Четырехразовое питание ты как? Получается, завтрак, обед, ужин и ночное питание, если ты работаешь в ночную смену. А, сейчас вам сориентирую по времени, и вы, думаю, дальше уже сориентируетесь, как, ну, если вы поймете. Получается, завтраки тут идут, подаются с 7 утра до 9 утра, 2 часа, обеды с 12 дня до 3 часов дня, и ужин с 5 часов вечера до 8 часов вечера, получается. И ночное кормление я точно не могу знать, я работал давно, ночную смену, но думаю, это осталось так же на 2 часа, там, с часу ночи до 2 или до 3 часа ночи. Вот. И получается, автобус приезжает всегда, здесь он какой смены, приезжает за полчаса до начала твоей смены, и за это время ты успеваешь переодеться в униформу и уже пойти на покушать, там, перекусить. Можно там не горячее, не то что перекусить, а можно и горячее. У нас как было, если сравнить, например, с Дохой, есть два варианта. В Дохе было, получается, там свои же повара, которые работали в отеле, они готовили для нас. А тут, как получается, в Дубае была еще одна компания, которая обслуживала нас, ну, как кейтеринг. И потом мы ее сменили, спустя больше года прошло, ее сменили на другую. И буквально с нами еще несколько месяцев поработал, 2-3 месяца, и после, ну, до карантина она с нами доработала. И после карантина начали уже наши повара готовить, которые работают непосредственно в нашем отеле. И, знаете, сравнивать то, что кейтеринг либо... И то, что наши повара готовят, эта еда получается очень такая, прям, грубо говоря, с огня. Ну, та еда, которая была кейтеринг, ее нам привозили с таких боксах, телегах. Удавалось увидеть. Правда, я не первый день понимал, что у нас там служила тут Дубай кейтеринг компания. И было довольно-таки прикольно. Но это сравнение с едой, которую повара готовят, и все-таки есть, чувствуется небольшая разница. После цвета товарищей нет, но и сравнивать для меня, то и там было довольно-таки неплохо. Если даже сравнивать, например, первую кейтеринг компанию, вторую кейтеринг компанию и вот который наш повара, то думаю, неплохо, очень же неплохо. И тем более там идет всегда первое, второе, ну, там первое, второе, закуски, типа салаты, десерты, естественно, десерты. И горячие блюда. Горячие блюда, как идут там, типа гарниры и там мясо, либо рыба, либо курица, да, и на базе бургеры. Ну, это вообще отдельная тема. Вот, и поэтому выбор всегда есть. И, конечно, стараются готовить такую национальную кухню. Извиняюсь, отвлекаюсь, но сейчас наступило время заката, и, как вы понимаете, чем темнее я становлюсь, тем быстрее закат уходит. И поэтому солнце тут очень быстро садится, буквально за считанные минуты солнца уже не видать. И час заката наступает около 6 вечера в Дубае. 6:65, плюс-минус. Вот. По поводу питания, вот. Вернемся к питанию обратно. И выбор всегда есть. То есть, знаете, есть такая категория людей. Она всегда была. Она была и в Дохе, и была и тут в Дубае, в армии кейтеринга. И были те люди, которые вот сейчас, ну, которые, знаете, не угодишь, что то не ешь, это не ешь, это не ешь. Ну, типа, бывают уже голодные. Скажу от своего имени то, что выбор есть всегда. Не было такого, что я, знаете, голодным уходил, и что мне делать, что мне делать как-нибудь. Нет, такого не было, то есть всегда есть что поесть. И я всегда даже думаю, а все равно, как бы это плохо не было, ну, так плохо не было, но это, во всяком случае, лучше то, что я могу сам себе приготовить, потому что это все равно не я из тех, которые, ну, конечно, люблю готовить, но по настроению, но когда ты надо готовить каждый день, потому что тебе надо готовить, да? Это все-таки не то. И поэтому тут на все готово приехал, покушал, отработал, потом вышел на перерыв, покушал, пошел дальше и уехал уже, знаете, без всяких там авоськи,
И там всякие там готовых обедов, например, ну, такое, понимаете, да? Если вы работаете, например, в офисе. По поводу питания таких нареканий, и по мне, возможно, даже не видно, но я-то поправилась, и довольно-таки нормально так. Даже сейчас схуднул, не знаю за счет чего, но если бы я так продолжал бы питаться, так бы плотно, и все свое рабочее время сидел на одном месте, то, я думаю, я отсюда уже выкатывался бы. Ну, эти многие грешат тут. Не буду таить где-то. Но у меня работа идет на ногах, поэтому, ну, как и у многих в отеле, то есть очень активная, и поэтому, возможно, я еще не выкатываюсь. Ну, еще генетика, конечно. Не знаю, ну что, ну, извиняюсь. Ну что, ладно. Кстати, прикол-то как, в чем? Это было, да, типа, в Дохе я замечала, и в Дубае тут. Как новеньких можно сразу вычислить? Новеньких в отеле, получается, при отеле, когда приезжаешь, ассортименты, ну, я же понимаю, что тут идет такой, наподобие шведского стола, и накладываешь там, знаете, гарниры, какие хочешь, ну, как я вам говорил, там, либо мясо, курица, все дела, там салаты пошел, понабирал, да, себе, какие хочешь. При этом там первое время все набирали, там, знаете, чуть ли не подносы такие, знаете, и подносы там, и миска этого, и миска того, и тарелки, знаете, с горкой. И потом со временем поняли, что это не так, и уже все начали брать столько, сколько надо. У нас эти везде эти таблички висят, тоже не выкидывайте еду, если вы не берите, сколько вы хотите, то до сего 30. Ну, конечно, это все во благо нам, все во благо всему миру, конечно, эти все таблички висят, ну, просто, знаете, для галочки. Поэтому был такой прикол, это я заметил в Дохе и в Дубае такое. Мы сейчас все новенькие набирали чертову гору. Да, и я в том числе тоже был, как будто, знаете, с голодного края приехал, а не из дому. Вот, поэтому... И, кстати, что я еще заметил за собой, то, что едешь, позавтракаешь, пойдешь поработать, потом выйдешь на обед, покушаешь, да, и вот, грубо говоря, позавтракаешь, и уже там, грубо говоря, через 3-4 часа ты снова хочешь кушать, нет такого, что ты прям, о, нет, я ничего не хочу кушать, ты идешь и кушаешь, потому что ты хочешь кушать. А по поводу, кстати, заката, вы не думаете, что я снимаю здесь одно видео 3 часа, потому что уже солнце упало, уже, знаете, рассвет скоро будет. На самом деле здесь реально закат очень быстрый, возможно, еще летом они были как-то такие, знаете, тянулись и, знаете, часов 8, по-моему, так солнце садилось. А сейчас в 6 часов еще солнце село, и вот, пожалуйста, такое просто небо. И вот поэтому при солнечном свете я снимаю это видео. Надеюсь, мне видно еще. Если у вас, конечно, еще остались вопросы, то, пожалуйста, задавайте мне личное сообщение или комментарий под этим видео. Я с радостью отвечаю. Поэтому спасибо, что посмотрели меня. Желаю вам хорошего дня. До новых встреч. Пока. A Mississippi in the middle of a dry spell, a Jimmy Rogers on the Victrola High, a mama dancing with the baby on her shoulder. The sun is setting like molasses in the sky. Black velvet.